горожане полюбили это место и придумали оригинальное название. А кстати, вот это. Мы, Кирова и его семья, впоследствии долгое время находился в театре оперы балета Екатеринбурга и был записан в исторических постановках. А само здание театра оперы балета одно из красивейших в городе. Построено оно было еще в период правления династии Романовых, так как балет был любимейшим. Thank you.